каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Пятнадцатого января текущего года исполнилось 8 лет со дня создания Следственного комитета России. В региональном следкоме прошла торжественная встреча в честь профессионального праздника. Открывая совещание, руководитель Следственного управления Юрий Владимирович Федотов отметил, что с момента создания деятельность Следственного управления была направлена на обеспечение защиты прав граждан и интересов государства от преступных посягательств. Праздником поздравляю вас всех, вам спасибо за работу. Это вам. Давайте фотографируемся. В честь профессионального праздника особая благодарность была выражена ветеранам следствия, тем, кто посвятил многие годы служению закону и воспитал не одно поколение следователей. Так ветеранам Следственного управления были вручены памятные подарки. Почетной грамотой руководителя Следственного управления отмечены следователи Следственного отдела по Кызылу и Улухемского отдела. Отметим, что в прошлом году в производстве следователей управления находилось свыше 1100 уголовных дел. Значительную долю в структуре расследованных уголовных дел занимают дела о тяжких и особо тяжких преступлениях. Это 60% от общего числа расследованных преступлений. За 2018 год совместно с оперативными подразделениями расследованы и направлены в суд 72 уголовных дела об убийствах, 63 уголовных дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 38 о фактах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и другие. Глава Тувы Шалбан Караул 11 января подписал принятый Верховным Хуралом региона закон об упразднении Конституционного суда. Документ вступит в силу по истечении 10 дней с этой даты. После ликвидации суда все вопросы, которые ранее этот суд рассматривал, включая изменения в Конституцию республики, теперь будут осуществляться в соответствии с федеральным законодательством, говорится в законе. Кроме того, закон устанавливает, что председателю, секретарю и судьям упраздненного Конституционного суда, пребывающим в отставке, выплачивается ежемесячное пожизненное содержание за счет средств республиканского бюджета. Порядок назначения пожизненного содержания и его выплаты отставным судьям будет определяться правительством республики. Напомним, Конституционный суд Тувы сформировали в 2003 году. С момента образования он рассмотрел 53 обращения. В Кызыле будут проведены проверки внутридомового газового оборудования. Сегодня первый заместитель мэра Кызыла по жизнеобеспечению Алексей Сиарпас провел совещание, в котором приняли участие представители управляющих компаний. Он сообщил, что в связи с трагическими событиями по всей России проходят проверки многоквартирных домов с газовым оборудованием. Такая же работа будет проведена и в столице региона. Сегодня в Кызыле более 18 тысяч газифицированных квартир. Это 39 многоквартирных домов с централизованным газоснабжением, 27 многоэтажных и 1168 одно- и двухэтажные с индивидуальными газобаллонными установками. В около 14 тысяч домах частного сектора имеются газовые баллоны. До места крещенских купаний можно будет добраться на общественном транспорте. Как и в прежние годы, обряд погружения в воду пройдет на реке Енисей, что в районе Вавилинского затона в 3 километрах от столицы Тувы по трассе Кызыл-Карахак. Обеспечивать безопасность людей будут спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Для обогрева людей планируется выставить палатки, в которых будет подаваться горячий чай. Добраться до места купели можно будет на общественном транспорте. 18 января с 22 часов пассажироперевозки будут выполнять 5 автобусов предприятия «Кызылгортранс». 3 единицы транспорта будут осуществлять перевоз пассажиров от остановки «Дом ветеранов» до купели, расположенной на Вавилинском затоне, и 2 от микрорайона «Южный». Транспорт будет выполнять перевоз пассажиров до 5 часов 20 минут утра 19 января. Стоимость проезда в одно направление – 15 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 67 рублей 8 копеек, а евро – 76 рублей 95 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ.
Туве по публикации в социальной сети о смерти молодой женщины в медицинском учреждении организована доследственная проверка. В социальных сетях опубликована информация о смерти 10 января текущего года в гинекологическом отделении медицинского учреждения города Кызыла женщины, матери семерых несовершеннолетних детей. По данной публикации следственные органы Следственного комитета России по республике Тыва организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности. В настоящее время по сообщениям проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех логических обстоятельств произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Рособорнадзор сообщает о сроках подачи заявлений девятиклассниками на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за 2 недели до его проведения, то есть до 30 января включительно. Заявления подаются учащимися по месту их обучения. Итоговое собеседование с 2018-2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как обязательное. Его успешная сдача будет являться для них условием допуска государственной итоговой аттестации. Результатом собеседования может быть зачет или не зачет. Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, получивших не зачет, либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая. Впервые в Туве на базе 12-й школы открылся кабинет адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостями события стали заместитель министра по образованию и науке республики Светлана Ощепкова, глава города Ирина Казанцева, мэр Кызыла Карим Саганол и заместитель главы Тувы Максим Тунев. Открыть такой уникальный кабинет удалось благодаря учителю физкультуры Ангелине Оржек. Она выиграла грант главы Тувы в размере 67 тысяч рублей в республиканском конкурсе «Молодежный социальный проект 2018». Занятия физрука Ангелины Оржек посещают 36 учащихся. Среди них дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и другими недугами. После учебы я пошла работать в Красноярский специальный интернат для детей ОВСН. Там преподавала адаптивную физическую физкультуру. Затем мы переехали по семейным обстоятельствам в Абакан, там тоже работала по специальности. И когда я приезжала на свою родину, мне всегда было интересно, где наши дети занимаются именно по этой части. И в итоге я таких мест не нашла. Есть только специализированные лечебные, реабилитационные центры, а просто кабинетов адаптивной физкультуры нету. Поэтому мне пришла такая идея, почему бы здесь, у себя, в своей родной родине, не открыть такой кабинет. Вот поэтому эту идею носила 2 года. Потом поехала на форум региональный наш, республиканский, команда Тувы, там встретилась с очень интересными ребятами, познакомилась, выиграла грант. Там в течение 4 дней мы жили, прям бились за эти гранты и выиграли в размере 67 тысяч. Занятия оказывают лечебный эффект. Благодаря такой физкультуре происходит адаптация организма ребенка. Она позволяет улучшить двигательную активность у детей. В процессе занятий ребята лучше приспосабливаются к социальной среде, развивают свою жизнеспособность, учатся поддерживать свое психофизическое состояние. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую Кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом. От 38 до 70 размера.
уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков. Днем небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -31, -33 градуса. Днем -23, -25 градусов. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам.